Здорово, суетологи. Давайте научимся заезжать в гараж с первого раза, так чтобы вы сдали экзамен и получили свое водительское удостоверение. Для начала сделайте, чтобы расстояние от первой парковочной линии, в нашем случае это фишки, расстояние между ними и автомобилем было 1-1.5 метра. Нам нужно остановить автомобиль таким образом, чтобы колесо было строго напротив линии, либо в нашем случае это фишка. Если присмотреться, то визуально кажется, что линия касается зеркала. Затем нам нужно отъехать от парковочного места, то есть выкручиваем колеса влево и, ориентируясь по зеркалам, ловим параллель в левом и правом зеркалах. После того, как вы увидели параллель в зеркалах, останавливаем автомобиль, смотрим лево и право, борт автомобиля параллелен линии разметки, в нашем случае этой фишки. Затем мы выравниваем колеса, включаем заднюю передачу и начинаем движение назад, не забывая смотреть по зеркалам, чтобы у нас линии были строго параллельны борту автомобиля. А правильную остановку мы фиксируем после того, как вы под зеркалом увидите начало парковочного места, в нашем случае фишки. Заезд в гараж под углом 90 градусов. Берем от парковочного места расстояние 1.5-2 метра. Смотрим в правое зеркало. В нижней правой стороне мы должны увидеть вот эту фишку. Или же линию. Это у нас ориентир конца парковочного места. Затем выкручиваем полностью колеса вправо и начинаем движение назад, ориентируясь сначала на правую сторону, чтобы не задеть дальнюю парковочную разметку, в нашем случае фишку. Затем смотрим в левое зеркало, кидаем взгляд буквально по одной секунде, чтобы увидеть параллель между правой и левой стороной борта автомобиля и линии разметки, в нашем случае фишки. Выравниваем колеса и продолжаем движение назад. Останавливаемся, когда фишка, либо линия у нас оказывается под зеркалом. Упражнение «Параллельная парковка». Эта палка заменяет ориентир переднего либо заднего бампера другого стоящего автомобиля. Нам нужно сделать остановку, чтобы эта фишка была в метре от нашего заднего бампера. Визуально в зеркале она, кажется, находится в самом краю. А если ориентироваться по заднему стеклу, она находится чуть дальше середины. Затем при движении назад вы должны увидеть первые три фишки и ряд стоящих фишек. Представьте, что это не фишки, либо парковочная разметка, а автомобиль. Первое. Это левая сторона автомобиля, это центр автомобиля, а это уже правая сторона автомобиля. А ряд фишек, который расположен вдоль парковочного места, это бордюр. После того, как вы увидели три фишки, немножко бордюра, вы останавливаете автомобиль, выкручиваем колеса полностью влево. Угол стоящего автомобиля – наша любимая палочка. Она оказывается у нас практически возле зеркала. Мы, выкрутив руль в левую сторону, начинаем движение и ориентируемся по правой стороне. Вот эта линия из фишек нам заменяет бордюр. Когда она стала параллельна, вы заехали. Удачи на экзаменах. С тебя царский ущемленный лайк, подписка на канал и комментарий.